Играю на ческом с мастером Фиде из Греции. Английское начало сейчас будет. Не обращаю внимания на его там движение c6 и d5. Все равно вот эту схему сейчас разыграю. На его взятие всегда есть ход конь e5, так что не боюсь. И, наверное, в скором времени как раз и залезу за конем поближе к нему. Может, даже в построении с бьютрейти перейду. b3, слон b2. Еще не решил пока что. Или d4 сыграю. Тоже есть такой ходец. Ладно, пока возьму просто. И b3, да. Разовью слона через b2. Поближе к нему. Конь d2 и e4. Хочу такую игру здесь развязать. Но он не дает, потому что на e4 последует d, и уже конь d2 подвисает. Так что с этим нужно быть поаккуратнее. Именно для этого я схожу ферзь e1. Идея какая? Пойти дальше ладья d1 и e4. И уже его ферзь под рентгеном будет. Поэтому он вполне целесообразно убирает слона из-под удара. h3 такой профилактический ход, чтобы конь не попал на g4. И теперь уже ладья идет на d1. Король h2. Пешку g3 тоже косвенно защитила. Я думаю, это мне пригодится. А он начинает подкрадываться к моим пешкам тем временем. Не знаю, насколько это страшно тут для меня. У меня есть, в принципе, ход слон e5. Чтобы на ферзь a2 сыграть ладья a1. Но вообще не хочется мне подписываться на такое, потому что он ферзем может убежать. Поэтому a3. Небольшая ловушка, нельзя слона 3 и ладья 1. Естественно, соперник так не пойдет. Придумает что-то поинтереснее. Например, ферзь b6, да. b4 не хочу ходить, потому что у меня с этого фланга ушли фигуры. Мне нужно строить свою игру на другом фланге. Поэтому e4. Отказываться от затеянного я тут не буду. Вопрос тоже, чем брать, конем или пешкой d. Попробую конем. С темпом выведу на более активную позицию фигуру. И дальше нужно атаковать на королевском фланге где-то. Ну, еще подвисла пешка d3. Я, конечно, не увидел хода ферзь b3. Достаточно простой зевок. И очень сильно этим осложнил себе жизнь. Но мой план по-прежнему остается это провести f5, чтобы мой слон b2 заиграл и как-то осложнить игру. Попробую e6 еще. То есть его слон в ауте находится. Попробую этим воспользоваться. e6. Создал такую зацепку для игры по центру и на королевском фланге. Сковал немного его силы. И теперь хочу отыграть пешку на f5. Ферзь h5 теперь. По всей доске попробую его скачать. А здесь, по-моему, просто ферзь f7 у меня есть ход, нет? Правда, там он заберет на b2. Ладно, сначала конь f5 пробью. А потом уже залезу ферзем. Ну, думаю, у меня что здесь есть компенсация какая-то. Правда, сейчас конь e3 залезет, да? Тоже неприятно. Приходится, значит, брать. Авантюрно, конечно, играю. Даю много шансов сопернику. Еще ладья c2 постоянно мелькает. Угроза какая-то неприятная. Ладья f1. На ладья c2, наверное, ладья g1 буду играть. Уже нужно что-то быстро придумывать. Совсем нет времени. Скорее всего, назад будет отводить ладью. Нет, отвел ферзя. Я освобождаю проход пешки. Заодно готовлю ладья f1, на всякий случай. Ладья f6 угроза.
Так, слон Е4. Последний шанс по белым полям прорваться. Ферзя отдает. Ничего себе. Так, ну здесь уже, разумеется, выиграно. Просто нужно успеть добить. И не факт, что это успею сделать. Просто на премуве уже начинаю играть. Другого ничего здесь не остается. Может, даже это на руку мне было. Не знаю, кто здесь быстрее из нас успеет. Успевает, к сожалению, он быстрее. Это я не успевал все посчитать. Поэтому здесь уже у меня позиция не лучше. Но тем временем успеваю все равно ничью сделать. То есть, как бы он там не метался фигурами, это ничья. Да, интересная партия была, конечно, жалко, что не удалось лишним ферзя реализовать. Тяжело это сделать на секундах. Но нужно признать, что до этого моя позиция была очень подозрительная. Много неоправданных жертв. Но в блице иногда такая игра прокатывает.